Привет всем! Вы на канале Valerie Life. В одном из своих видео я делала маску для волос, майонезную маску для волос, и оговорилась там о своем волшебном шампуне для роста волос. Так случилось, что шампунь у меня уже закончился, и сегодня мне пришлось делать новый шампунь, поэтому я решила снять наглядное пособие, как же это происходит и что я делаю, чтобы у меня были такие длинные волосы. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Вот мой волшебный шампунь. Девчонки, сразу говорю, что я не буду вам рекламировать именно марку этого шампуня. Вот какой нашла шампунь на сегодняшний день без сульфатов, вот такой и сделала шампунем для роста волос. Каждый раз перед использованием я хорошо его взбалтываю, банка большая, чтобы оно там хорошо перемешалось. Хочу заметить, что этим шампунем я пользуюсь не так давно, может быть, несколько недель. И, конечно, за эти несколько недель я не обнаружила там безумный рост волос. И вы понимаете, что на моей длине это будет не так ярко заметно, если бы у меня было просто каре или короткие волосы. Но что я заметила? Ну, во-первых, приятный запах. Волосы пахнут божественно, потому что здесь используется эфирное масло, и не одно. И еще я заметила, что волосы не жирнятся у корней так быстро, как это происходит после мытья любым другим шампунем. Приступим. Нам понадобится обычный шампунь. Я взяла бессульфатный. Также необходим витамин Е, эфирное масло лаврового листа, эфирное масло лимона и розмарина. Сначала я добавляю эфирное масло лаврового листа. Эфирное масло лаврового листа содержит в себе ретинол, аскорбиновую и никотиновую кислоту, кальций, цинк, железо и марганец. Кроме того, лавровый лист славится высоким содержанием дубильных веществ, которые помогают укреплять структуру волос и сохранять их естественную природную силу. Масло розмарина устраняет перхоть и стимулирует рост волос. Также останавливает их выпадение и тонизирует кожу головы, которая становится более здоровой. Эфирное масло лимона борется с воспалением и раздражением кожи головы, перхотью, тусклостью и выпадением волос. Регулярное включение лимонного масла в уход за волосами сделает их гладкими, шелковистыми, придаст блеск и укрепит, избавит от чрезмерной жирности кожи, головы и перхоти. Ну и витамин Е. Он является антиоксидантом, он активно насыщает клетки кислородом, благодаря чему существенно улучшается кровоснабжение кожи головы и ускоряются процессы естественного клеточного обновления. Ну вот и все, мои дорогие. Это был мой секретный рецепт шампуня для роста волос. Если вам было интересно, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и до новых видео. Пока!